всем привет! Сегодня я делаю тег «Ойте, проблемы белых». И думаю, я последний блогер, который решился взять его, но все же мне вопросы очень интересны, и думаю, они будут интересны вам. Поэтому оставайтесь со мной. Вопрос. Любимый напиток Starbucks. Начнем с того, что в нашем городе нет Starbucks'а. Не то, что в нашем городе, в нашей стране нет Starbucks'а. И логично можно сказать, что я не знаю, какой у меня был бы любимый напиток. Второй вопрос. Как много у тебя уходит времени утром на то, чтобы собраться? Ну, я скажу, что от полчаса до часу, но час это вот просто... Было бы всегда хорошо, потому что за полчаса я не успеваю поесть, нормально накраситься, сделать что-то на голове и выхожу вот такой вот. Это не есть хорошо. Следующий вопрос. Как много селфи ты щелкаешь за один день? Это зависит от событий или же куда я иду, или какое у меня настроение. Если мне просто скучно, я могу накраситься, сфоткаться. Это может быть и 30 селфи, и 40, но из них там 10 нормальных. Или же если я иду куда-то с друзьями, или у меня день рождения, или какое-то классное событие, тогда селфи, конечно, 100, 200, 300 и... Я просто молчу, сколько из них остается нормальными. Четвертый вопрос. Как много фолловеров у тебя в Инстаграме? На данный момент съемки видео у меня 1698 подписчиков. И думаю, это нормально. И хочу сказать большое вам спасибо, потому что в последнее время многие подписываются на меня. Мне очень приятно, что вы следите за моей жизнью не только по видео, но и фотографии. И да, если ты еще не подписан, ссылка будет внизу. Следующий вопрос. Говоришь ли ты в жизни лол или о май гад? Отдельная история за лол, потому что иногда я бываю его говорю, но я вам объясню почему. Просто люди иногда такие шутники, и просто человек вам говорит такую вот шутку, что вы даже не можете посмеяться с сарказмом. И в таких случаях я просто смотрю на этого человека и говорю лол. Вот честно, вот иногда вот это вот помогает, поэтому... Возьмите себе на заметку, это очень-очень смешно смотрится. И человек понимает, что ему немного надо научиться шутить. И шестой вопрос. Носишь ли ты одну и ту же вещь дважды? Конечно же, ношу. Это очень типичный ответ, потому что я не придумала, как можно здесь пошутить, поэтому... Да, конечно же, я ношу дважды, трижды и миллионный раз. Я люблю просто изнашивать вещи. Следующий очень забавный вопрос. Ты расист? Честно говоря, я скажу, что нет, потому что я люблю общаться с разными людьми. Я такой человек, который очень позитивный и ко всем людям относится хорошо и пытается передать всем позитив, поэтому, несмотря на расу, национальность, цвет кожи, я хорошо отношусь с добром к людям, и это очень круто, я думаю. И поэтому я скажу, что нет, я не расист. Сколько всего у тебя твитов? На данный момент съемки видео у меня 998 твитов, и да, если ты еще не подписан и не следишь за моими новостями из жизни, подписывайтесь на твиттер, ссылка будет внизу. Следующий вопрос. Инстаграм, твиттер или тамблер? Конечно же Инстаграм, потому что это очень классная социальная сеть, которая сейчас просто в топовых социальных сетях, и блин, там очень много возможностей делать фотографии, видео, также смотреть и следить за другими, вам интересно. Людьми, звездами или же просто твоими знакомыми. Также можно делиться фотками в директ или же просто отмечать друзей. Боже, да там уйма возможностей, и это очень классная социальная сеть. Насчет Tumblr скажу, что я даже там не зарегистрирована. То есть я пыталась, честно, я пыталась, но я не знаю, что там и как, и... Да простит меня Tumblr. На что ты больше всего тратишь времени? Честно говоря, на две вещи. Первая вещь — это учеба, потому что она у меня на первом месте. Логично сказать, что я больше трачу времени на нее, потому что сейчас 9 класс, экзамены и бла-бла-бла. Очень многое уходит на учебу. Но второй пункт я, конечно, не забываю. Это мои хобби. Это может быть спорт, съемка видео, рисование и, конечно же, монтирование видео. И, наверное, это все. На что я больше трачу времени, потому что это самое важное для меня. Следующий вопрос. Любимые ютуберы. Честно говоря, я смотрю много видеоблогеров, и если вам будет очень интересно посмотреть, кого же я смотрю, я оставлю вам в описании видео несколько блогеров, таких вот самых-самых классных, потому что иногда мне интересно, кого смотрит тот блогер или тот, поэтому да, я все оставлю внизу. Ну а топовые и самые-самые классные — это Кирилл Черкасов, Богиня
богиня Кэти Клэп, конечно же, Мария Вэй. Следующий вопрос: как часто ты делаешь маникюр? Правда говоря, я не очень так дружу с этим делом, потому что у меня руки из не того места растут именно для маникюра. Даже если я решусь накрасить ногти, я буду сидеть вот так вот, никто меня не будет трогать, пройдет около 3 часов, но все же я пойду спать, лягу и проснусь, и оно все вот так вот, все помято. Я не знаю, как у людей хватает терпения, или как они выбирают лаки, но это не мое, честно. Я делаю себе маникюр сама очень-очень редко. Следующий, 13-й вопрос: ты шопоголик? Я отвечу, что нет, потому что я знаю, что я покупаю, в каких количествах, что мне надо, о чем я мечтаю. Я никогда не беру ту вещь, которая мне не надо и которая меня даже не будет интересовать потом. Поэтому с уверенностью скажу, что я не шопоголик, и это меня очень радует, потому что я всегда пытаюсь купить то, что действительно мне нужно. Сколько раз ты смотрела фильм «Дрянные девчонки»? Вопрос очень странный, и он не единственный здесь в этом теке, но отвечу на него, что 5 раз, где-то 5, может больше, может меньше. Фильм нормальный, поэтому ничего не могу здесь прокомментировать. 15-й вопрос: у тебя много одежды? Ну, смотря с кем, если с каким-то другом, знакомым, или же, как говорит моя мама, у меня достаточно много одежды. Но когда я понимаю, что у меня нету той вещи, или той, которую я мечтаю, или которую же хочу себе купить, я понимаю, что мне недостаточно одежды, чтобы говорить, что ее много. Потому что много — это когда ты знаешь, что у тебя точно есть что-то одеть в такой или иной, наверное, день, или праздник, или событие, и смотря с кем, конечно же, если с моими знакомыми, может и много, если смотря с какой-то звездой, конечно же, мало. Следующий вопрос: фоткаешь ли ты еду? Вообще нет, но бывают исключения, когда я сделаю что-то сама, или же какой-то мне деликатес принесут за $1 000 000, который я никогда не куплю, конечно же, я его сфоткаю. Ну, а так я щелкаю только ту еду, которую я сама сделала или там красиво выложила. Но это бывает очень редко, потому что я ленивая задница, и не всегда я делаю что-то из еды. Вот, и очень редко бывает, что я фотографирую свою же еду. 17-й вопрос: носишь ли ты макияж каждый день? Я скажу, что нет, потому что дома и в школе я почти без макияжа. Потому что я отношусь к тем людям, которым не очень интересно мнение окружающих, и я крашусь только тогда, когда идут гулять, потому что я не могу, чтобы от меня жахались люди, вот. Но в школу я не слишком парюсь, я вообще почти без макияжа, поэтому нет, не всегда я хожу с макияжем. 18-й вопрос: какие у тебя оценки в школе? С радостью скажу, что я отличница, и я вытянула все-таки оценки, потому что 9 класс, я слишком старалась, и как вы могли заметить, у меня было мало видео, но наконец-то я вытянула эти оценки, я отличница, и конечно же, у меня были и 4-ки твердые, и, наверное, 3-ки, но все я повытягивала на 5-ки твердые такие, и меня это очень-очень радует. Ну а те, кто из Украины, понимают, что у меня 12-бальная система, 9-ки есть, но, конечно же, я стремлюсь к 10-кам, 12-кам, и я уже немного повытягивала эти оценки. 19-й вопрос: как ты обычно укладываешь свои волосы? Но обычно они выглядят вот так вот в пучке, или же распущенные, но сегодня у меня особое какое-то настроение, я сделала хвостик, это очень-очень забавно, и на видео я почти такого не делаю. Вот, 20-й и последний вопрос: всегда ли ты выглядишь презентабельно? А хочу сказать, что нет. И давайте посмотрим правде в глаза, потому что в школе или дома мы не выглядим презентабельно. И, конечно же, никто не идеален, и в каких-то моментах жизни мы не выглядим презентабельно. Поэтому да, я не всегда выгляжу презентабельно, но хочу вас спросить, и чтобы вы ответили мне в комментарии, на видео я выгляжу презентабельно хоть когда-нибудь, или в каких видео я выгляжу презентабельно. Я прошу вас ответить на этот вопрос, потому что мне очень интересно, поэтому жду ваших ответов внизу в комментариях. И это было все. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы не подписан. И все ссылки, где вы хотите меня найти в социальных сетях, будут под этим видео. Также я вам обещала, список видеоблогеров тоже будет под видео. Я вас очень люблю, и увидимся в следующих моих видео. Пока-пока!